Флаг на дорожном строительстве в этом году. Это главное событие дорожного строительства вообще в этом году. Разговоры вокруг строительства новой автомагистрали не утихают третью неделю подряд. Весь город разделился на тех, кто за, и тех, кто против. Администрация планомерно и развернуто отвечает на вопросы горожан. Почему дорога должна быть построена прямо здесь? Иногда это превращается в откровенный балаган. Иногда разговор бывает конструктивным. Основные претензии, высказываемые оренбуржцами, дорога будет пролегать почти вплотную к жилым домам. На этот упрек в администрации отвечают. Минимальное расстояние, да, от жилья – это 25 метров. Это абсолютно нормальное среднее рядовое расстояние. У нас советская застройка типовая – 15-20 метров. Самая большая по северо-востоку – это 30 метров на улице Салмышской. Поэтому здесь с точки зрения комфортности проживания – все будет абсолютно нормально. Люди высказываются, мол, когда квартиры покупали, не думали, что будут жить по соседству с автомагистралью. Однако и на этот довод есть контраргумент. Причем привозят его даже не сотрудники администрации, сами оренбуржцы. У нас прирост автомобилей составил за 2016 год 19 850. То есть приобрели люди 19 тысяч, почти 20. Мы получим громадный коллапс. И машины просто будут не по дорогам, а по нашим тропам мимо домов. Они как тараканы кладут, потому что надо ехать на работу, ехать по своим делам. И мы вынуждены, и я такой же, лезем в любую дырку для того, чтобы где-то пролезть. И мы свои зоны придомовые, мы вообще заполоним, и мы вообще не проехать нигде. Еще один довод против. Из-за строительства придется вырубать деревья. Вот эти все леса как раз выращивались на где-то 50-ми годами. Практически это уже перестойные насаждения. Кроме того, в администрации заверили, озеленять прилегающие к дороге территории будут, а также благоустроить зеленую зону тропами здоровья. Одним словом, сделают похожий на настоящий парк. Итог встречи – дороги быть. Однако не стоит забывать о тех, кто на встрече не присутствовал, но свое мнение по поводу строительства тоже имеет. Карина Тумасова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.